Ваши аплодисменты. Древним промыслом в Сибири. Сюжет следующего танца прост. Девушки держат в руках кедровые ветки с шишками и слегка покачиваются от таежного ветерка. Тут кедром, именно их изображают девушки, выходит юноша и девушка. Юноша-голотушка сбивает шишки, девушка собирает их в мешок. Но мешок очень тяжелый, и юноша его просто так не унести. Именно поэтому каждая девушка берет в руки по одной шишке. И с облегченным мешком юноша покидает сцену. Девушки обрабатывают шишки, трут, вьют, пробуют орехи и с поклоном преподносят зрителям, то есть вам. В этом танце участвовал лишь один юноша, поэтому балетмейстеру ансамбля пришлось специально для мужского коллектива ансамбля поставить танец «Охотники». Постановка Сары Словиной, музыка Александра Кинеля. «Таежные картинки».